Всем привет, и вы смотрите новый выпуск развлекательного шоу «Давай Лайма Блогерс Тайм», и я его ведущий Влад Красавин. Ежедневно тысячи видео выпускают видеоблогеры, а мы выбираем лучшие из них и показываем вам. Помимо YouTube, видеоблогеры развиваются в других соцсетях. Пример тому Instagram. Популярный видеоблогер Анжелика Лейк совсем недавно выпустила на своем канале видео, в котором поделилась 10 секретами, которые помогут вам стать популярными именно в этой социальной сети. Очень просили меня снять такое видео, а я всегда прислушиваюсь к своим зрителям. Совсем недавно на экраны кинотеатров вышел новый фильм «Отряд самоубийц», и одним из самых популярных персонажей этого фильма является Харли Квинн. Видеоблогер Кристина Финк решила перевоплотиться в нее. Получилось у нее это или нет, прямо сейчас узнаем. Привет, катаны! С вами я, Кристина Финк. Однажды на стриме я пыталась сделать макияж Харли Квинн, и получилось не очень, мягко скажем так. Поэтому сегодня я позвала свою подругу Весту. Она мастер на все руки и по совместительству богиня. Давайте вместе поучимся макияжу Харли Квинн у нее. Поехали! Любят ли халяву блогеры? Конечно. А любите ли халяву вы? Я уверен, что да. И именно этому посвящено новое шоу Маши Шатровой «По бартеру». Смотрим! Всем привет! Я Маша Шатрова, и это мое новое шоу «Жизнь по бартеру». Суть данных видео в том, что мы будем ходить по салонам, магазинам, ресторанам и пользоваться услугами по бартеру. В конце каждого дня мы будем считать, сколько денег мы сэкономили. А также в каждом шоу я буду приглашать одного блогера. И сегодня наши гости – это Ксюша Хоффман. Ну а сейчас к новостям. Известные видеоблогеры посетили фестиваль «Видео Одесса», и об этом они рассказали в своих социальных сетях. Видеоблогер This is хорошо презентовал свое новое приложение, в котором он сможет раздавать свои автографы за пару секунд. Популярный видеоблогер Ивангай обогнал по своим подписчикам ВКонтакте премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, и на данный момент он занимает второе место в рейтинге страниц ВКонтакте. Реально ли рассказать 50 фактов о себе за 5 минут? Да, смотрим! Всем привет, с вами Twinkle Studio, меня зовут Макс, и это 50 фактов обо мне. Ну что ж, а наше шоу подошло к концу, не пропустите следующие выпуски и, конечно же, смотрите наш телеканал. До скорой встречи, с вами был Влад Красавин, пока!